Всем привет! Создание образа я начинаю с примерной прорисовки контура на теле при помощи бежевого карандаша NYX. Затем я буду использовать пигмент для создания тональной основы тон 04, чтобы контраст между белым кружевом и кожей был все-таки более заметен. Само же кружево я буду раскрашивать белым джамбо карандашом, а более мелкие детали белой подводкой от NYX. Собственно, помимо использования продуктов, я бы хотела немного рассказать про сам образ, то, что меня вдохновляло, какие мысли у меня появлялись во время его создания. Больше всего меня вдохновили черты лица большинства винтажных куколок, потому что эти куколки, они невероятно пухленькие, у них такие замечательные большие щечки. Но, посмотрев на себя в зеркало, я поняла, что природа не наградила меня каким-нибудь маленьким, аккуратненьким носиком, кругленьким личиком. То есть я знаю знакомых, у которых действительно такое кругленькое лицо, и как бы, ну, щечки, они были какое-то время назад, но сейчас их нет. Вот, но я решила попробовать создать визуальную картину того, будто бы у меня действительно есть эти щечки, собственно, при помощи косметики NYX. И мне кажется, это действительно как-то получилось, ну, визуально, по крайней мере, несколько килограмм я точно набрала. Что касается самой истории куклы, то я бы хотела сказать, что при создании вообще этого образа в моей голове возникла такая какая-то своя история, которая, ну, схожа скорее с человеческой жизнью, чем с жизнью куклы. И главным героем этой истории, естественно, является винтажная кукла, кукла Сэм, которую очень любит хозяйка, и, собственно, данная кукла от нее очень зависит. Но когда хозяйка покидает эту куклу, Сэм впадает в отчаяние, в грусть, в саморазрушение и в тот момент полнейшего упадка сил, полнейшего безнадежного настроения ее находит коллекционер, который, по сути дела, олицетворяет собой человека,
который принял именно душу этой куклы, не то, как она выглядела, ему были не важны ее бывалые кудри, кружева, цацки. Он разглядел в ней какую-то личность и помог ей стать тем, кем она всегда хотела стать, но боялась, потому что она зависела от мнения других. Таким образом, я хотела показать, что порой в нашей жизни появляются такие люди, которые помогают нам найти правильный путь в этом мире, которые направляют нас, притом они могут делать это не так, скажем, как некоторые люди, которые ищут в этом какую-то выгоду, а действительно хотят помочь. И в этой истории я, наверное, хотела показать вот важность таких людей, которые своей помощью, именно поддержкой, верой в тебя, они заставляют других, скажем так, повернуть свою жизнь в нужное русло, найти себя, самореализоваться. Это уже зависит от ситуации, конечно же. И также последний образ часов. Если в первом образе часы — это довольно главенствующий образ, который олицетворяет собой эмоции, переживания, какие-то воспоминания, то во втором образе, уже в мужском преобразившемся образе, ну, на самом деле, неважно, мужской, женский, кукла — это вообще бесполое существо, если подумать. В этом образе часы — это уже, по сути дела, не главенствующая роль, но при этом это осталось деталью этого образа. То есть кукла взяла эти часы с собой как воспоминание о той жизни, чтобы помнить это. И это то, что ей дорого и что она решила оставить с собой, но у нее больше нет, собственно, на груди этих часов и какой-то боли. Ну, в общем, как-то так. Простите, если я немножко как-то невнятно выражаюсь, мне довольно трудно выражать свои мысли на этот счет, но я решила, что, возможно, вам будет интересно послушать вот саму историю данной куклы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.